Здравствуйте! Когда заряжается телефон либо планшет от компании Samsung, можно узнавать разные, например, погоду. Заходим в дополнительные функции. Вот у нас Daily Board. Она у меня включена по умолчанию. То есть, что такое это Daily Board? Daily Board отображает на экране планшета, пока он заряжается. Для запуска Daily Board коснитесь уведомления или кнопку на навигационной панели. Вот, я могу включить слайд-шоу. Так, включить и могу изменить порядок, скорость перехода, стиль слайд-шоу и так далее. Время и погода, и календарь тоже могу. Макет выбрать. Напоминание могу отключить либо включить. Так, SmartThings — это умный дом. Так, музыка даже включается. Так, автоматический автозапуск при подключении, да, когда вы заряжаете через ноутбук, через компьютер, приложение Daily Board запустится, если при зарядке планшет заблокировали на нем открыть главный экран. Так, можно как приложение добавить. Да, есть режим затемнения. Включение по расписанию есть. Можно узнать о приложении Daily Board. Если вы не знали, что такое, подпишитесь, ставьте лайк. Я благодарю вас за просмотр этого видео.